Всем привет! Тема сегодняшнего занятия – жадность или плюшкинство, или про то, как у кого-то чего-то нету, а у другого, как у дурака махорки, того, чего у другого нету. Ну и вот, рассказ про то, что на этой планете, когда я купил, стоят вот такие самодельные кронштейны для крепления коляски. Ну, вот этот кронштейн, он завсегда здесь присутствует, вот в этом месте, для крепления люльки, верхний упор люльки. Это на всех мотоциклах. А видать, эта модель была бесколясочная, значит, не было вот этого шара. Его человек сделал сам. Он, видно, что самоточный, самоваренный, самодельный. Здесь просто стояла пластина. Значит, не было вот этого шара. Человек тоже его изготовил самодельно. Я его сейчас снимал, тут ножки ровнял и решил его изъять. Вот такой он самодельный, видите, шарик точенный, приваренный. Тут вот зубья человек пилил напильником, старался. Вот этот кронштейн тоже самодельный. Вот он точеный, спиленный, дырка просверлена. Самодельные шайбы стоят. Самодельная гайка, тоже шайба. Все это вот затянуто. Ну и в то время, как у меня вот этого добра, видите, заводского, как грязи. Сколько тут этих шаров. Тьма тьмущая. Этих шаров тоже. И юпитерские, и планетовские. В общем, вот так вот. У кого-то пусто, а у кого-то густо. Вот человек там в комментариях пишет, как зацепить коляску, что куда приварить. Походу, у него тоже вот здесь просто стоят заглушки. Заглушки выбиваются. Вот такую штукенцию приобретаете на разборке, на каком-нибудь сайте любом. Она в эту трубу вставляется. Вот специальные шайбы. Все это с ней идет. Сюда. Такой шар прикручивается. И все. И сюда вместо обычной пластины вот такая пластинища. Это, кстати, тоже, наверное, самодельная. Видите, интересная такая. Выполнена она с ребрами жесткости. Ну, естественно, самодельная. Мощная. Но я вот решил вот эту снять самодельную. Поставить заводскую, вот эту, или вот это покрасивее исполнено. Видите, даже на заводе, здесь отверстие посередке просверлено, здесь не особо посередке старались люди сверлить. Хотя и та заводские. Вот. И сюда поставлю вместо этого самодельного шарика, ну, один из присутствующих на выбор. То есть вот так. Видите, в поздних версиях вот такие резинки стояли с диаметральным нанесением протектора, да, по диаметру. А в прежних версиях вот так вот продольное нанесение. Такая разница. Ну что, всем спасибо, всем пока. Берегите себя, своих родных, близких и далеких, и окружающую среду.